Начали. Итак, кольцо, то есть если перед этим первое кольцо у нас было вперед, сейчас мы рассматриваем собирание, то есть кольцо внутрь. И вот в рамках вот этого действия мы и рассматриваем. Отсюда я могу вот спрятать, воздействовать, атаковать, защищаться, атаковать. Итак, атакующие варианты действий. Когда человек стоит просто, я атакую кисть, я атака шеи с реверсивным движением, защитные действия, верхний уровень пупок. То есть я вращаю со смещением в сторону, еще раз. На нижнем уровне, первое, со смещением в сторону, я отодвигаю в сторону кисть ниже руки. Второй вариант, когда кисть выше, либо на уровне, убирая корпус, воздействую сверху. И третий вариант, убирая в другую сторону. Соответственно, идет атака. И вот отсюда можно начинать уже вариации комбинировать с переходом, оставаясь все время на за кольцо. Например, атака. Постоянное вращение, постоянное действие. И переход на атаку, с атаки на защиту. Постоянно, без остановки. Хорошо, все вышло. Единственное.